первый искусственный спутник Земли. Мы видим его здесь у нас в музее. Это макет, но по внешним данным размером один к одному. Спутник летал в течение 3 недель, передавал сигналы бип-бип-бип, причем эти сигналы могли слушать все радиолюбители земного шара. Это как бы подтверждение, что в космосе действительно впервые находится искусственное тело. Это заслуга Сергея Павловича Королева, который начинал свою деятельность самостоятельно именно в Политехническом институте. Роль Политехнического института в освоении космического пространства очень велика, и она будет развиваться.